вы делаете фото, даже можно сделать с сотового телефона. Не обязательно делать с фотоаппаратов или каких-то крутой техники, не надо. На телефоне тоже получается видно, какие причины, какие проблемы. И дальше это нужно будет сделать ровно через неделю, когда вы позанимаетесь неделю, для того, чтобы тестировать результат, чтобы разницу тестировать, чтобы вы сами поверили в свои силы, что да, я могу работать, могу получать результат, я могу вдохновляться, я могу стать еще лучше, еще даже лучше, чем была в молодости. Когда мы ходим, например, на шейпинг, на аэробику, или бегаем, или ездим на велосипеде, у нас мышцы тренируются, они в тонусе, они упругие, да? Что происходит, если мы не занимаемся? Мышца становится слабая, она висит, она провисает, и кожа на ней тоже начинает висеть. Чем дольше мы занимаемся с лицом, тем лучшие результаты мы получаем. Сегодня полностью мы работаем на среднюю зону. Это зона щек, это носогубная зона, да, сюда же входит, потому что щечки к носогубной зоне прикреплены. Дальше сюда входит, когда щечки опускаются, кожа начинает свисать, то здесь получается провисание образует брыли, бульдожьи щечки. И эти упражнения, если вы будете делать, это укрепит ваши щеки, они станут упругие, они наполнят лицо свежестью. И, конечно же, такие упругие щечки, они лицо молодят, как яблочки. А если мы этим не занимаемся, хотите вы этого или нет, то начнется провисание, что придает лицу постаревший вид. Гимнастика для щек возвращает, конечно, молодость. Вы увидите уже это сегодня и на все занятия. Я рекомендую, чтобы ручки были чистые, лицо чистое, и перед вами было зеркало, чтобы вы смотрели, что, как подтягивается кожа, как укрепляются мышцы, как увеличится объем, например, если мы там с губами работаем. Сейчас, значит, мы начинаем с разогрева рук. Ручки разогреваем до горячего состояния. Положили на лицо и погрели лицо. Погрели лицо и представляем образ молодости. Увидели себя в том возрасте, в котором...
вот таким образом.